За реконструкцией боев в деревне Крылова Минского укрепрайона в июне 1941 года наблюдают более 1000 гостей и жителей Борского района. Сельчане спешно покидают свои дома, немцы наступают. Красная армия оказывает сопротивление. В грандиозном сражении принимают участие 150 человек из 11 военно-патриотических клубов Самары, Тольятти, Ульяновска, Казани, Уфы, Саратова, Волгограда, Калуги, Москвы и Нижнего Новгорода. Вот это настоящий бой. Солдаты из Красногорска выбегают, практически в упор подбегают к немецким солдатам, стреляют и обращают половину их пешков. Посмотрите, немцы бегут, отступают. В бою используется военная техника и вооружение того времени. Танки, грузовики, мотоциклы, бронетранспортеры, армейские внедорожники. Один из самых зрелищных моментов – воздушный бой с участием самолетов ПО-2 и Як-52. Ход сражения на камеру зафиксировал Сергей Завидов.